Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала «Мошенники звонят по телефону» продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Алло. Алло, алло. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, это вас Давид набирает из компании Unix Invest? Вы у нас ранее данные свои оставляли, интересовались финансовыми рынками. Что-нибудь для себя нашли, подскажите? С кем-нибудь работаете? Нет. А был какой-либо опыт, Игорь, подскажите? Нет, такого не было, только на демо-счетах. А чего ж на реальном себя не попробовали? Не знаю. Наверное, потому что не сильно получалось. Как вы интересуетесь по времени? Не так, очень. Говорите, не сильно получалось на демо-счетах. Ну, то есть не хватало просто навыков, правильно? Ну да. Вы это имеете в виду? Окей, а Игорь, вообще изначально вот поинтересовались сферой, с какой целью, то есть как приумножать резервный капитал, или вот хотелось бы научиться там просто подзаработать что-то? Даже не знаю, чисто, наверное, как больше развлечения какое-то. Больше развлечения? Вас именно интересует сам процесс торговли? Ну да, да. Все графики, фундаментальные факторы? Да. А по времени вообще, Игорь, как у вас? Сколько времени так теоретически могли бы выделять бы для этого? В день? Ну да. Ну, час какой? Я так понимаю, просто есть еще основная работа, да? Ну, конечно, есть основная работа и домашние дела есть. Ну, как бы развлекаться тоже надо. С вами ранее связывались же с менеджерами, что-то объясняли, давали какую-то информацию, правильно? Ну, я так не помню уже. Не помните. Я понял вас. Я хотел вас поинтересоваться, в принципе, если звонили, объясняли, вот, из той информации, которую дали, какую вы для себя выгоду увидели. Ну и, в принципе, увидели ли ее вообще. Я вот за что. Да я не помню. Потому что вот ранее мы к вам дозвониться не могли. Да. Количество мест было ограниченное в фокус-группе. Вот сейчас делаем обзвон клиентов, которые ранее интересовались, так как появились свободные места. Угу. Вот, в принципе, очередь уже и до вас дошла. Понятно. Поэтому, да, вы, в принципе, как вот, что было бы вам интересно? Просто получение там дохода, либо же вот интересно было бы пообучаться, там, поторговать со специалистом вместе в фокус-группе? Наверное, пообучаться. Либо поработать там в формате просто предоставления, просто пообучаться. Окей, смотрите, Игорь, у нас компания предоставляет возможность посещать онлайн-вебинары, которые проходят 3-4 раза в день. Все, опять же, будет зависеть от ситуации на рынке. Чем рынок более волатильный, тем, соответственно, больше вебинаров. Вы, в принципе, можете попадать на утренние, либо же дневные, либо же вечерние вебинары. То есть, как они проходят. Профессиональный трейдер со своего аккаунта, личного кабинета, торгует. 5-6 человек подключаются к его монитору и повторяют сделки за ним. В онлайн-чате они могут задавать ему вопросы любого характера. Если есть микрофон, наушники, то можете общаться в аудиоформате. То есть единственная разница между открытием сделок с его аккаунта и на вашем аккаунте, это всего лишь объем сделки. Если условно вы покупаете, там, допустим, 2 акции, он покупает 10 акций. Вот такой вебинар, он длится от 45 до 60 минут. За один такой вебинар можно заработать от 10 до 15%. Ну, то есть даже банально, если такие будете посещать 3 раза в неделю, то тех же самых там, 30%, а то и 40% за неделю удастся заработать. Именно от первоначальной суммы. Игорь, вы вообще вот изначально вот торговали на каком демо-счету? Что это вообще у вас за платформа? Какие инструменты финансовые?
А валютные пары там были? Валютные пары Только валютная и пара. не-не-не, и сырье. А, товарный сырьевой рынок и валютный. Да. А как вообще вот анализ проводили? Вот какой информацией пользовались? Это был фундаментальный анализ, либо же технический? Нет, вообще никакого анализа не делал, то есть смотрел по графику чисто. Чисто по графику. Да. А вот интересно, а что вот такого на графике вот должно произойти, чтобы, опять же, можно было тренд определить? Не знаю, как-то вот смотрел падение. То есть я больше ставил именно на падение. То есть если начинало падать, то есть я ставил и как раз-таки вот на этом и зарабатывал. Ну, как бы так можно сказать. То есть на падении. Вы открывали позицию только внутри дня? Или же был перенос на следующий день? Я вообще открывал там, ну, скажем, даже на час на какой-то, то есть там даже не на дни. Вы знаете, Игорь, на самом деле демо-счет от реального он ничем не отличается, просто на демо-счету отсутствует такой фактор, как эмоции. А это и есть вот как раз самое главное. То есть, знаете, положительный результат будет вот только тогда, когда человек умеет себя эмоционально контролировать, ну и при этом соблюдает дисциплину. К примеру, вот очень хорошо, что вы без опыта именно интересуетесь у профессиональных брокеров, который оказывает именно профессиональную помощь, потому что, знаете, самостоятельно там методом проб и ошибок учиться не самый лучший вариант. А так специалист, у которого уже опыт торговли не меньше 10 лет, у каждого специалиста уже 4 года безубыточной торговли, вы можете уже, опять же, и опыт перенимать уже от него, и самое важное – это знание. Потому что, к примеру, есть клиенты, которые за 5-6 месяцев вот работы в фокус-группе, они уже начинают работать одни, то есть без специалиста. То есть, в принципе, вам компания предоставляет с самого начала человека, который будет с вами вот до тех пор, пока вы не научитесь торговать самостоятельно. Потому что нашей компании нужны именно умные клиенты. Игорь, вы вот сами вообще чем занимаетесь? У вас род деятельности, он чем связан? Торговля А чем именно торгуете? электроникой. Электроника. Ну, теперь мне, в принципе, понятно, почему именно подобрали финансовые рынки. А скажите, Игорь, есть у вас вот понимание, к примеру, спотовые счета, маржинальная торговля? Нет. Есть представление, вот что это такое, к примеру? Нет. Смотрите, а если, к примеру, в дальнейшем вы хотели бы приумножать, то есть существующий капитал, то есть не маленький, я бы вам рекомендовал бы создать два портфеля. Первый портфель это будет, где будет чисто холдятся активы, то есть, к примеру, вы просто их покупаете и не продаете, то есть они лежат там больше на долгосрочную перспективу. А второй портфель, это уже идет внутридневная торговля. То есть это может быть тот же самый валютный рынок, криптовалютный, то есть это даст возможность именно зарабатывать каждый день, то есть после каждой торговой сессии. Это лично моя рекомендация. А пока что можете начинать с чего-то малого, поработать со специалистом, научиться. И после этого уже думать, вот с каким капиталом работать в дальнейшем. Игорь, вам вот личный кабинет вот нашей компании, вы не заходили? У вас там должно было быть письмо на почте при регистрации. Не обращали внимания Я сюда? так уже не помню. Не помню, да? А вот почта у вас электронная Да. a.igors.riga@gmail.com. Да. Это почта. Да. Да, скажите, Игорь, у вас сейчас есть доступ к интернету? Телефон, компьютер? Да, конечно, есть. Есть. Телефон или компьютер? С чего вообще находится? Телефон, планшет. А, прекрасно. Попробуем сейчас с вами зайти в ваш личный кабинет, на нашу торговую платформу. Да. Хорошо, Игорь, дайте мне тогда сейчас буквально 2 минутки, я сейчас все подготовлю и наберу вас, хорошо? Да, хорошо. Алло. Алло, Игорь, да, проверяйте почту. Там у Да. вас должно быть письмо. Сейчас. Так, да, есть тут пароль. Да, что у вас там в письме? Ну, логин, пароль.
Так, а есть там у вас линк для перехода в личный кабинет? Нет, нету. Так, хорошо, тогда у вас там есть Unix Invest, название компании. Напишите просто в поисковой строке unixinvest.com. И у вас откроется уже сам сайт. Игорь, смотрите, вообще вот пожелания в плане дохода есть у вас? Там, к примеру, за первый месяц, за первую неделю, возможно, за первый квартал? Да нет, так нету как бы. Нет, я понял вас. Ну вот, я вижу, в Латвии проживаете. А в каком городе именно живете, Игорь? Рига. В Риге. А вот так вот плюс-минус для Риги, так сколько необходимо зарабатывать, чтобы комфортно себя чувствовать? Я вам просто звоню в Сталина, Эстония. Вроде бы кажется недалеко, но вот у нас, к примеру, у уборщицы зарплата 2000 евро. Я знаю, что в Латвии доходы не такие. В Эстонии 2000 евро уборщица не получает. Я вам серьезно говорю, Игорь. Ну что значит вы мне серьезно думаете, говорить, если не получает? Я частенько хочу... бываю в Эстонии, но. Ну, Игорь, я думаю, это шучу, что ли? 2000 евро. Нет, вы шутите. Хорошо, пускай шучу, Игорь. Вам, вот, к примеру, вот проживая в Риге, так, ну, плюс-минус, сколько так необходимо зарабатывать, чтобы комфортно себя чувствовать? Я не знаю так. Нет, знаете, потребности у каждого разные. К примеру, там пенсионерам нужно меньше, молодому Почему? Поколению больше. Ну, почему? Пенсионеры точно так же путешествуют что... по странам. Так, но в клубы ж ночные не ходят, правильно, они гуляют. Почему нет? Пенсионеры отдыхают в ресторанах точно так же, но... Не, Игорь, это есть и такое, конечно. Я не говорю, что там все пенсионеры такие, нет. Но просто общая масса. Не знаю. Те, кто, знаете, остались мыслить еще вот прошлым временем, да, там, 80-ми, 90-ми годами, вот я сомневаюсь, что там ходят по ресторанам. А те, кто движется в ногу со временем, те, конечно, да, и путешествуют. У нас, к примеру, самый возрастной клиент в компании – это человек 82 года. То есть много людей, знаете, кого финансовые рынки 82 года интересуют. У меня, к примеру, только один такой человек. Я вообще как бы людей не знаю, кого интересуют финансовые рынки. А у меня... То есть, в принципе, среди вашего окружения... Да, нету. Он меня почему-то не пускает. А что именно не пускает вас? На какой вы страничке? Ну как, unixtm.com. Unix Invest, правильно? Ну, название сайта получается unixtm.com. Нет, это не полное это название, не то? Я вам только что отправил ссылочку на сайт. Ясно. Нет, не то. Я вам отправил только что ссылочку на сайт. Там письмо должно быть от David Unix Invest, @protonmail.com. Пришло письмо? Да, пришло. Сейчас перехожу. А, ну да, это другой сайт. Там у вас будет, да, там у вас будет кнопочка начать торговлю, инвестировать. Да, есть такие. Да, вот можете на любую нажать. У вас там либо откроется страница, где нужно ввести данные для входа, либо откроется страничка для регистрации. Так. Так, ну он мне открыл страницу регистрации. Да, у вас там есть стрелочка назад.
Есть. А, вот Да, зайти, вот да. нажмите на нее. Да, и у вас уже, да, откроется. А вот скажите, Игорь, в принципе, почему вот именно интересен там валютный рынок, товарно-сырьевой? В принципе, рассматривали какие-то другие инструменты, там акции, криптовалюта? Ну да, акции, конечно. Газпром, например. Сейчас очень хорошо вложиться, как раз, я думаю. У Газпром акции дешевле. А когда откроется сейчас буквально через пару месяцев Северный поток 2, то акции будут очень дорогие. Ну хорошо, а вот, к примеру, крипторынок. Ой, нет, Как крипто вы к нему относитесь? нет, очень Что вообще? плохо я к нему отношусь. У вас какой-то был опыт, связанный с криптовалютой? Да нет, просто не доверяю криптовалюте, тем более она должна скоро будет рухнуть по большому счету. Она вся привязана к доллару, а доллар может рухнуть в любой момент, это может произойти в любой, скажем так, месяц. Игорь, ну смотрите, я так не считаю, опять же, на эту тему спорить с вами не буду. Но скажу просто, что вот та же самая криптовалюта, ну, понимаете, если у вас к ней негативное отношение, если недоверие, то вы можете как делать? Вы можете просто не инвестировать на нее на долгосрочную перспективу. Чтобы не сидеть там, знаете, постоянно на изжоге там и думать, что с ней завтра произойдет. Можно просто торговать на ней внутри дня. То есть купил, продал, заработал. Потому что вот выходят такие монетки, к примеру, на рынке, на ICO, которые там за сутки дают 300-350%. После этого, конечно, они настолько же падают в цене, больше не вырастают, но тем не менее расценивать это как возможность подзаработать мы свободно можем. Тут самое важное, знаете, это обладать все-таки информацией. Ну да. И учитывать два фактора. Два фактора — это цена и время. Там у вас сейчас как, получается отрезервироваться? Все, я зашел, да. Окей, что сейчас видите перед собой? Ну, у меня тут написано open an account, trading terminal, accounts, open an accounts опять. Да, вам на каком языке удобнее? Да, Русский, английский? без разницы, в принципе. Без разницы. Ну, если что, у вас там есть в правом верхнем углу, там стрелочка вниз, там у вас есть мой профиль, язык и выход. Там, если что, вы сможете язык поменять. А теперь у вас там должна быть кнопочка «Открыть счет». Есть такое? Open account. Так, тогда надо на русский перевести будет. Так, да, есть. Есть такое. Нажмите «Открыть счет». Да, нажал. И у вас там будет... отлично. И у вас там будет... я согласен с документами. Стрелочка вниз. И у вас справа есть торговые условия. USDT, кредитное плечо и минимальный депозит. Есть такое? У меня тут написано тип счета Real USD, плечо 1200. Потом получается галка «Я согласен», и потом типа «Безопасность средств», «Политика возвращения», «Политика конфиденциальности», вот это вот. Да. Да, хотел вам как раз вот кое-что объяснить. Вот вы когда открывали, к примеру, сделку по валютным парам, какое вот плечо вы использовали? Оно в любом случае было там. Это может быть 1 к 200, 1 к 1 100 к 100. было. Нет, 1 к 100. 1 к 100. А вот Да. скажите, Игорь, понимаете разницу, к примеру, открывать сделку без плеча и открывать сделку с плечом? Ну, по большому счету, там тоже такая-то двухъякая такая ситуация, потому что все равно будет торговаться на те деньги, которые они реальные. Не совсем так, не совсем так. Давайте я вам постараюсь объяснить. Есть у вас листочек и ручка сейчас? Нету так под рукой у меня. Ну, это просто будет проще тут пару записей сделать. Ну, это искать надо у меня. Чтобы так. Просто вы видели разницу. Потому что на самом деле это очень интересно, открывать позицию там даже с пятым плечом
и открывать позицию, к примеру, без ключа. Ну, мне это долго искать. Потому что там очень хорошо отличается доходность. Под рукой так. Ну, мне искать надо, у меня под рукой нету, я потому что, ну, как бы не пользуюсь ручками, там, бумажками. Все в планшете, в телефоне. Хорошо, а вот скажите, такими вещами, как экономический календарь, пользуетесь? Нет. У вас там есть слева документы компании и аналитика. Что, не слева, слева? Слева от вас. То есть, что значит слева от меня? А, подождите, вы сейчас заходите с компьютера, правильно? У вас компьютерная версия? Нет, я через телефон зашел. А, вы через телефон зашли? Да. Так, тогда сейчас, секундочку. Просто с компьютера немножко другая версия. А у вас есть возможность, может, там планшет? Это полностью надо перезаходить, как бы. Ладно, давайте сейчас дайте мне 2 минуты. Сейчас я просто телефонную версию открою. Так, а торговый терминал есть у вас там? Где? А сверху у вас там должна быть оранжевая кнопочка. Тогда мне обратно, наверное, надо выходить. Я не знаю. Так, есть, да, торговый терминал. Нет. Ну, есть торговый терминал. Да, вот нажмите на торговый терминал. Да, нажмите на торговый терминал. Все, нажал. Сейчас прогружается. Хорошо. Ага, он сейчас. Опять он мне просит, типа, пароль, e-mail, сейчас тогда. Да, у нас просто двухфакторная аутентификация, то есть там получается у вас идет пароль для входа в кабинет трейдера и пароль уже на торговый терминал. Почему так? У вас там, когда вы нажмете на торговый терминал, должно будет тоже там перевести на поля для заполнения данных. Вас перевело? Ну, он мне пароль, да, и email спрашивает, а как теперь сейчас? Сюда, значит, да, все сейчас. Верно. Вам нужно вот ввести все те данные, которые у вас в письме на почте. Да. Или знаете, Игорь, давайте, знаете, как сделаем лучше? Вот чтобы мы сейчас с вами просто на вот это не тратили время, дайте мне буквально пару минут, я сейчас сделаю просто пару скриншотов на компьютере и отправлю вам фотографии и объясню лучше. Так будет лучше, окей? Можно и так, ну в принципе я лучше уже... Лучше и понятнее для вас. Я в принципе захожу. Хорошо? Уже. Вот. Просто будет даже проще вам объяснить, и лучше будет видно, потому что когда с компьютера, ну, так немножко больше информации становится доступно. Хорошо. Окей? Да. Сейчас, да, пару минут. Алло. Алло, алло. Да. Да, Игорь, проверяйте почту. Должно быть там 2 фотографии. Да, есть. Есть. Игорь, смотрите, для того, чтобы торговать, то для этого необходимы дополнительные инструменты. К примеру, это может быть технический анализ, то есть торговля по индикаторам, это фундаментальные факторы. И вот один из них, это, к примеру, экономический календарь. То есть что он нам позволяет? Он нам позволяет видеть наиболее важные и не совсем важные события, которые как-то могут оказать эффект на валютный рынок. Вот сейчас вы открыли фотографию. Что у вас на первой фотографии отображается? Что видите? Страны, названия стран.
Прекрасно. То есть сейчас я вам отправил на первой фотографии, это фильтр стран. То есть, к примеру, мы с вами можем выбрать страну, да, то есть и посмотреть, к примеру, какие важные события вот будут проходить в течение месяца. Mm-hmm. Вот если вы откроете сейчас вторую фотографию, то там уже будет более детально все отображаться. Я, к примеру, выбрал Соединенные Штаты, выбрал отчет по количеству безработных не сельскохозяйственного сектора. То есть по-другому этот отчет называется non-farm. Алло. Алло. Я вас не слышу. Убежал. Куда там, блядь? Бомбежки начались. Алло. Алло, алло. Да, кто-то у нас с вами связь прервалась. Да, на каком моменте вы перестали меня слышать, Игорь? Ну, то, что вы сказали, что вы выбрали США, там, типа, отчет. Алло. Да, 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 то есть отчет. Да. Алло, алло. Слышу, да. Да, 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 сейчас слышно меня? Да, слышно. Да, прекрасно. То есть отчет по безработице, к примеру, ее еще называют второй зарплатой трейдера. То есть, к примеру, у вас идет там понедельник, 1 августа, события, индекс деловой активности в производственном секторе, в четверг идет сальдо торгового баланса. Есть такое? Да. Хорошо. И ниже у вас есть изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. То есть, если вы, к примеру, обратите внимание, у вас чуть-чуть ниже будет отображаться влияние на рынок. И у вас там будут отображаться валютные пары. Нет, нет, не видно. Может, знаете, попробуйте телефон вот. В горизонтальное положение. Да, 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 туда ГП, USD, да, есть. Хорошо, да. И у вас чуть выше, у вас есть эффект. Рост фактического значения ведет к укреплению курса валюты. Угу. А чуть-чуть правее у вас есть там прогноз, предыдущие значения, фактические значения. Да, есть. Есть, то есть мы с вами здесь вот можем видеть, к примеру, какое было предыдущее значение, предыдущий показатель по данному отчету. Да, то есть простыми словами, если, к примеру, количество безработных увеличивается, то доллар становится слабее. Если наоборот уменьшается, то доллар укрепляется. То есть, вот, к примеру, это событие, оно нам позволяет вот торговать на вот тех валютных парах, которые вот у вас отображаются в графе, там, где влияние на рынок. Угу. То есть, к примеру, таких отчетов, вот вы видели фильтры, таких отчетов каждый день выходит просто уйма. И вот, скажем так, экономический календарь – это вот финансовый инструмент, который позволяет как раз и отслеживать вот все эти отчеты, чтобы вот можно было понимать, когда вот можно работать там на таких валютных парах, когда можно работать на других. Есть, к примеру, там по другим странам отчеты. То есть, скажем так, вот работая со специалистом, в первую очередь, к примеру, у вас специалист учится не как открывать именно сделку, а в первую очередь учит вот как правильно использовать подобные инструменты. Потому что, к примеру, к экономическому календарю подключается также технический анализ. То есть составляется именно торговая стратегия, торговый план. Если у вас там цель вот, подзаработать быстро, то есть внутри дня, то, соответственно, специалист вам предоставляет то есть внутридневную стратегию и торговый план. Если, к примеру, интересна больше долгосрочная перспектива, то также составляется торговый план уже под этот вариант. Поэтому скажите, Игорь, пока на данном этапе все понятно, скажите? Ну да, так. Да, это я вам сейчас просто показываю вот самый минимум, да, вот из того, что будет вам показывать именно специалист. Потому что, вот, к примеру, если вы ранее торговали на валютных парах, пускай на демо-счету, то это был вариант, как, ну, вы просто гадали. А вот, к примеру, если хотя бы была возможность вот использовать экономический календарь, то, я думаю, результаты были бы совсем бы другие.
Самое важное – это научиться его правильно использовать. И с этим уже вам поможет именно наш аналитик. Игорь, скажите, в принципе, как? Хотели бы попробовать? Есть желание? Да, есть. Окей, смотрите, на данном этапе тогда я вам рекомендую начинать с каких-нибудь небольших сумм. Пускай это будет евро 300-350, вам этого будет достаточно, чтобы просто работать в фокус-группе. Поработайте недельку, и после этого уже попросите специалиста, чтобы он вам уже сделал какие-то индивидуальные условия. Если у вас будет интерес, там, к примеру, приумножать капитал, переходить там на другой тип торгового счета. Если такого желания не возникнет, можете работать с тем, что есть. Самое важное – это не пропускать вебинары, либо же заранее, по крайней мере, предупреждать, если там вдруг что-то не получается. Окей? Да. Да, Игорь, смотрите, варианты пополнения торгового баланса есть разные. Можно это сделать карта, можно перевод счета на счет, можно перевод через криптовалюту. Я вам рекомендую сделать первое пополнение по банковским реквизитам, то есть вам предоставляется название банка, название компании, то есть там назначение платежа, вы указываете инвестиции, то есть номер счета. И вы просто со своего банкинга делаете перевод по номеру счета, по предоставленным реквизитам, и в течение 24 часов средства зачисляются на ваш аккаунт. Ну да, так, нормально. Вы единственное, что предоставляете на финансовый департамент чек, да, то есть о платеже, о транзакции, потому что все документируется. Ну и, соответственно, уже ждем перевода. Если, к примеру, вот отправите сегодня, то, возможно, сегодня он даже и зайдет. 10 минут еще есть. К примеру, там, если отправлять после 4, то он зайдет уже завтра утром. Угу. Давайте тогда я сейчас подготовлю для вас реквизиты. Тогда и предоставлю на электронную почту, и тогда сейчас наберу вас. Хорошо? Да, давайте. Вот. Алло. Алло. Да, Игорь, здравствуйте. Да, здравствуйте. Еще раз. Игорь, куда вы пропали? Ну, я там занят был. У меня там дела срочные были. А, я понял вас. Вы получали что-то на почту? Да, да, получил. Да, а можете вот посмотреть, что именно получили? Сейчас скажу. Так. Ага. Так, ну вот, бенефициар УАП Yard Investments, типа ИБАН, ЛТ-51, вот тут адрес Вильнюс, Литва. Да. Все верно. Далее у вас там идет назначение платежа. Вы скажите, Игорь, когда-либо делали, то есть, переводы из счета на счет? Да, конечно. Делали, окей. Смотрите, вам получается, для того, чтобы произвести активацию торгового счета, как я говорил ранее, то есть вы делаете перевод по этим реквизитам, а после этого делаете скриншот перевода, предоставляете на финансовый департамент просто ответным письмом, и в течение 24 часов средства зачисляются на ваш аккаунт. Угу. Так, я так понимаю, вы в Литве, да, находитесь? Нет, я же говорю, Таллин, Эстония. Ну, а там же адрес литовский. Да, я понимаю. Ну, вы же понимаете, что мы работаем с Европой. Да. Вот, поэтому у нас же не один счет банковский. Угу. У нас система идет сегрегированных счетов, Игорь. Не, ну, фирма-то зарегистрирована, я смотрю, что в Литве. Посредством одного счета. Ну, фирма-то зарегистрирована в Литве. Игорь, смотрите, реквизиты, они могут быть разные. Нет, там адрес регистрации получается литовский. Ну, и фирма литовская. Это что? Нет, смотрите, это счет банковский зарегистрирован в Литве. Это фирма зарегистрирована. УАП – это фирма, это вот литовская фирма. Так, хорошо. А у этой фирмы могут быть счета не в одном банке, скажите? А могут быть у этой фирмы.
могут быть. Да. Вот я подал запрос на финансовый департамент, чтобы вам предоставили реквизиты. Ну, реквизиты фирмы. Вам их предоставили. Вот. Yard Investios. Да, все это... верно. Это бизнес-перевод. Да, это литовская фирма. То есть, я так понимаю, вы находитесь в Литве, да? Нет, я же говорю, я нахожусь в Таллине. Хорошо. А что вот это за фирма тогда? Литовская. Это компания наша. Ваша компания. Все, замечательно. Вы до скольки работаете там вот в Литве? В Литве по этому адресу до скольки вы работаете? Это банк работает. Нет, нет, это фирма там, вот и там адрес этой фирмы. У меня там знакомый, он подойдет просто завтра тогда, ознакомится с документацией на фирме уже. Вот, у меня там деловой партнер как раз живет в Литве, в Вильнюсе. Ну, ему там недалеко. Ну, окей. Вот. Он будет работать вместо вас? Нет, мы вместе будем. Ну, это мой деловой партнер, он придет просто ознакомиться с документацией и передаст мне информацию. Вот, поэтому я спрашиваю, до скольки вы там работаете, вот по этому адресу литовскому? До скольки он там завтра до может 7, подойти? До 7, да? Ну вот он тогда завтра до там 7. Подойдет, ознакомится. Вы предварительно только сообщите за час примерно. Зачем? Ну как, чтобы я предупредил. Так сейчас ковида нету. Мне его имя, фамилию. Там же ковида сейчас нету в Литве, там все нормально. Ну. Там можно прийти в любой так, момент. Какая разница? Вы думаете, что это как магазин, что ли? Нет, это офисное здание. Мне необходимо имя, фамилия этого человека, это, номер телефона. Это офисное понимаете? Здание. А ну как, я скажу, да, придет там друг одного клиента. Вы слышите вы меня? Там, он там будет приблизительно 7 до 6. Это офисное здание, туда не надо никакие пропуска специальные. Ну... Послушайте, Игорь, вот вам нужно предоставить имя, фамилию человека, номер телефона. Угу. Зачем? А так он придет, зачем? Покрутится рядом с зданием, и что? Нет, в это здание можно спокойно заходить, это офисное здание. Это, ну, это не президентский какой-то дворец, Игорь, куда надо запись. Тогда заходите. Да. Заходите, если у вас получится это сделать, завтра мне напишите на почту. Получится. А если не получится, тогда не пишите ничего, я пойму. Ну давайте, хорошо, сообщите мне тогда. А вы где находитесь сами? Так я же говорю, Игорь, я в Таллине нахожусь. В Таллине, а адрес какой у вас в Таллине? А там на сайте все указано. Игорь. Там указано не таллинский адрес, не надо обманывать меня. А вы посмотрите внимательно. Ну, я же смотрел уже. Ну, вам показать, где... Вот, можете сейчас сайт открыть? Вы мне можете просто сказать, где вы находитесь, по какому адресу, а ничего показывать мне не надо. Игорь, я не могу понять, вы мне мозг собрали? Нет, ну ладно, тогда завтра мой друг подойдет там уже просто. Ну по литовскому адресу. Как раз да. Да, приходите, конечно. Да. Приходите, конечно, Игорь. Да. Все, есть какие-нибудь вопросы у вас еще? Ну, пока что нет. Вот вдруг ознакомиться с документацией, тогда, не знаю, будут, не будут вопросы. Это надо уже будет смотреть по документации. Хорошо, прекрасно. Тогда там обратную связь мне дадите какую-нибудь на почту, хорошо? Да, конечно. Ну все тогда, Игорь. Вам хорошего вечера, успехов. Да, вам тоже, до завтра. Да, алло. Алло. Да, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Да, такие мы вчера с вами общались по поводу регистрации в проекте «Лактэнерго». Да, помню такое. Помните, да? Вы мне еще говорили о том, почему я говорю не на латышском, почему, то есть и так далее. Ну да. Припоминаете? Конечно, это очень странно. Да, вот такие.
Да, так что я вам хотел объяснить. Просто у меня пополнение было, не смог с вами договорить. То, что вот я вам хотел привести пример по поводу машины. Вот вы заказывали там, у вас машина в Германии, да, по-моему, вы говорили? Ну, я ее там покупал. Ну, я живу и в Германии, и в Латвии. Да, но в любом... Но в любом случае, чтобы привезти ее сюда, вам нужен брокер, так же? Нет, никто мне не нужен. Я сажусь и еду сам. Ну а как вы машины привозите? Как сажусь и еду на машине спокойно. У вас машины нету? Я понял. Ну вот, к примеру, как... Что еще раз? У вас машины нету? Нет, у меня есть, просто я ниоткуда ее не привозил. Просто вы сказали, что привозили, поэтому... садишься и едешь на машине просто. У нас Евросоюз, мы можем пересекать полностью всю Европу, никто ничего не нужен. Приехал оттуда, поставил тут ее на машину я на понимаю, учет. Да. К примеру, если взять, вот, допустим, Америку. Я не буду брать Америку, потому что я там не живу. Нет, тоже не нужен. Зачем мне брокер? Нет, я понял. Ну зачем мне брокер с Америки? Ну чтобы привезти машину. Не нужен мне брокер. Чтобы привезти машину, чтобы привезти мне машину с Америки, мне нужна транспортная компания, которая предоставит услуги привозки машины. Все. Привезти машину с Америки в Латвию стоит 1000 евро на корабле. Если 3 машины в контейнере ставятся в 40-футовый, обходится 1500 евро. Ну, понимаете же, да, что нужен посредник все равно. Какой посредник? Никакой посредник не нужен. Я нахожу в Латвии компанию, которая предоставит мне сейчас перевозку. Все. Зачем мне посредник? Я через eBay купил машину и все. Посредник? Нет, это не посредник, это транспортная компания, какой-то посредник. Но она же вам машину привозит. Транспортная компания предоставляет услуги. Просто. Правильно, но она является посредником между вами и той страной, где вы машину покупаете. Нет, она является просто транспортной компанией, которая делает перевозку. Все. Ну, правильно, является посредником. Она не посредник. Какой она посредник? Между кем она посредник? Она забирает груз и везет. Все, она никакие документы даже не оформляет. Между двумя странами. Что между двумя странами? Корабль, что ли, посредник? Компания моя латвийская предоставляет услуги. Ну что вы смеетесь? Ну да, ну вы ерунду какую-то полите. Посредник между двумя странами. Корабль. А корабль может быть с любой страны вообще. Зафрахтован под любым флагом. Хоть в Малайзии, хоть в Зимбабве. А компания будет латвийская, которая предоставляет услуги. Ну, и люди понимают полностью на латвийском языке, потому что это моя местная компания. Ну, а по-русски они не понимают. Кто? В компании, в транспортной? Не обязательно. У нас есть, ну, которые не понимают люди. Ну, если он с деревни, с какой-то латвийской, глубокой, он и не будет знать вообще русский. Ну, латвийский у нас знает каждый любой гражданин. У кого у вас? Ну, смотрите. Вы в какой стране находитесь? Точно так же и у нас. Вот все люди, которые... В какой стране вы находитесь? В Эстонии? Почему вы остановитесь в Эстонии? Ну, на каком основании? Ну, что значит, почему? Ну, вот так вот. На каком основании? Гражданин Эстонии. А? Какой? Гражданин Эстонии. А какое отношение Латэнерго имеет к Эстонии? Латэнерго никакого отношения к Эстонии вообще не имеет. Как это, ну так, при чем здесь вообще Латэнерго? Я вам говорю, я не звоню в Латэнерго компании. Вы какой раз уже меня это спрашиваете? Я вам отвечаю, что я звоню из компании Just to Trade. Это посредник между рынком и Латэнерго. То, что чтобы выдвинуть вот все проекты, которые Латэнерго предлагает, им нужен посредник. Просто так в Латэнерго в офис не придешь и не начнешь инвестировать. Ну, в офис вообще-то Латэнерго можно прийти. Но инвестировать вам там никто не даст, потому что там наличку никто не принимает, чтобы, и тем более все равно. Вам скажут, вот, идите в Just to Trade. Либо там еще платформы, которые они используют.
Да. А по поводу рекламы, почему я говорю на русском языке? Потому что реклама вам дается на русском языке. Потому что она автоматически увидела вас как человека русскоязычного. Угу. Вы можете знать латышский, но телефон у вас весь, настройки и так далее на русском языке. Почему это он у меня на русском языке, настройки? Ну, я имею в виду, что вы полностью всю информацию читаете на русском языке. Почему? С чего вы такую ерунду-то взяли? А? Ну, такую вот. Идет для тех людей, кто говорит на русском. С чего вы взяли, потому что у меня настройки в телефоны виду, на русском языке? Люди, я имею в виду те люди, кто говорит на латышском. Я говорю, те люди, которые говорят на латышском, они ко мне не попадают. Я говорю на латышском языке. Людям, кто общается на латышском. Так я говорю на латышском языке. Что-что? Ну, я разговариваю на латышском языке. Но вы говорите же со мной на русском языке. Ну, первоначально я с вами начал разговаривать на латышском. Вы мне сказали, что вы не знаете латышский язык. Но вы-то, когда мы только-только начали с вами общаться, мы-то с вами общались на каком языке? На русском? На латышском. Вы мне сказали, что вы его не понимаете. Не-не, в самый первый раз. Ну, самый первый раз, конечно, на латышском. Я вам начал говорить. Мне сказали, что вы не понимаете. Я вам задал сразу вопрос. Откуда вы звоните? А, точно, я вспомнил. Ну, да. Я перепутал. Да просто много клиентов, я уже забываю. Понятно. Вчера был. Да, ну, согласитесь же, нет никакой проблемы, на каком языке говорю. Главное, чтобы нет, вы понимали меня. Это не проблема. Я просто не понимаю, какого отношения Латэнерго имеет к Эстонии вообще. Так, я могу находиться в любой стране. Я исполняющее лицо. То есть я могу находиться на Кипре, могу находиться во Франции. Угу. Я же не работник Латвэнерго. А работник Латвэнерго, понятное дело, должен быть угу. в Латвии находиться. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так каким вот боком Латэнерго относится к вам? Вот я вот так вот не могу понять до сих пор. Ну. Ну вот давайте еще раз объясню. Вот смотрите, вот Латвэнерго, да? Да. Компания, которая занимается электродобычей. Нет. Она продает электроэнергию. Она не занимается добычей, она перепродает энергию, электроэнергию. Перепродает ее. Что значит не занимается добычей? Ну, где то, они энергию то, берут? То есть, значит, покупает она ее. С воздуха? Да нет, в Российской Федерации они покупают электричество. Если вы не знали. Ветряные станции для чего стоят? Просто чтобы... Ветряные станции для чего стоят? Ветряные станции не могут обеспечить даже 20% потребительской энергии в Латвии, чтобы вы знали. 20% не могут обеспечить. У нас российское электричество было. Сейчас я не знаю, какое, откуда, хрен его поймешь. Вы понимаете, что Латвэнерго снабжает 70% всей электроэнергии страны? 20. Вам не смешно? 20. Обалдеть, 70. 20%? Конечно. Да. Про что? 20% оно только может. 20% чего? Электричество она может снабдить на всю страну, не более 70. Хорошо. Смотрите, заходите в интернет, пишите, сколько Латвэнерго снабжает страну электроэнергией. Зачем мне это смотреть? Для чего? Ну. Для информации, чтобы вы владели, чтобы такую глупость не говорили. Обалдеть. А вы знаете, что кроме Латэнерго есть еще другие компании? В курсе, да? В Латвии. Или нет? Так вот, Латэнерго, правильно. Правильно. Что это меняет? Это написано, сколько она поставляет электричества. Понимаете? Электричество она поставляет 70%, а сама она производит только 20%. Вот с этих всяких станций, гидроэлектростанций и с ветряных ветряков. А остальное электричество она закупает и перепродает. Кому? Что кому? Перепродает кому? Потребителям. А закупает в Российской Федерации. Хорошо. Чего вам смешно? А биржа Nord Pool вам знакома вообще? Nord Pool в Северной Европе. Знаете вообще такую биржу?
У нас не Северная Европа. Ну, если что. Я знаю, Nord Pool. Знаете, ну, биржа такая, Nord Pool. И что это дальше? Биржа Северной Европы. Вот дальше. Там, дальше вот там что? В Латвии Латвэнерго закупает всю эту энергию. Причем здесь Россия вообще, не могу понять. Слушайте, вы знаете, как... Вы телевизор пересмотрели или что? Вы нездоровый человек, да? Вы не, Вы не знаете, откуда Латвии, электричество? Я знаю больше, чем вы. Вы вообще ничего не знаете. Почему я не гражданин Латвии и знаю больше, чем вы? Не могу ну, понять. Потому что вы, наверное, гражданин это, Украины, это да? Вы гражданин Украины. Вот. И занимаетесь мошенническим действием. Да используя президента какой нашей страны, да? Видео того, и фирму Латвийской Республики. Вот. И используя Латвийскую Республику. Против вас уже возбуждено уголовное дело в Латвийской Республике, и вы будете переданы суду. Вам самому не смешно? Мне, знаете, мне единственное стыдно за нашего президента, вот, что вы не побоялись использовать его в качествах мошеннических операций. Понимаете, вот это стыдно. То есть такой наглости, понимаете, я не видел больше ни в одной стране, чтобы президента какой-то страны использовали видео с его лицом в мошеннических действиях. То есть, вот так тут... может, надо задуматься, может, это не мошеннические действия? Я думаю, что действительно надо задуматься, и я не знаю, я буду писать не только в полицию, но и в состав всяких европейских еще организаций, чтобы всю страну Украину признали как мошенников и что-то с ними делали. Да. Смеетесь, да? Ну, смеетесь. Ну, пожалуйста. Смеетесь, понимаете? У вас столько наглости. Мне это без разницы, что там с Украиной. Нет, вы думаете, вам без разницы, пока вас не посадили. Вот, пока вас не посадили, вам без разницы. Но я вас могу огорчить. В Латвии не все тюрьмы европейского типа. Поэтому сидеть вам будет очень плохо, а еще там будут родственники людей, которых вы обманули. Вот так вот как-то. Кто вы? Что, кто вы? Вы будете сидеть в латвийской тюрьме. Что вы? Мошенники будут сидеть с нормальными арестантами с Латвии, которых людей вы обманули, родственников. Вот тогда вы узнаете, что такое демократия в тюрьме. Да? Смешно, да? Ну, посмейся пока что, посмейся. Ну, хоть повеселили вы меня. Ну, ничего, ты посмейся. Посмейся, да, конечно. Я тоже не зря ждал этого звонка. Весь разговор записан и будет сейчас передан в полицию в течение 20 минут. О, нет, не надо. Не надо, так в регулятор сразу обращайтесь, Сайсик, есть регулятор. Не надо никакой регулятор, в полицию. Вы не знаете, ну, вы ничего ваша не знаете, IP-телефония вы, вся вы знаете, зафиксирована. Так ты же лох, понимаешь, ты никакой не брокер, ты просто лох, который сидит в курятнике, где 50 кур. Вот и все. Ну что ты, заглохла курица, а? Два квадратных метрах на одну куру. Я вижу, и вас 50 кур там. Я вижу, кто-то с зоны откинулся недавно. Кур 50. Слушай, давайте я вас познакомлю. У меня есть клиент зэк. Ты себя можешь... Тебя познакомишь. Ты познакомишься приедет, скоро. Да. Познакомишься приедет, ты. Приедет, поговорит с вами. Да, поговорит. Вежливо объяснит. Тебя объяснят. Вот энерго расскажет. Да. Давай. Не сложно же пробить, где вы находитесь. Это же вообще... Конечно. Где ты находишься, вообще уже известно. Встретимся. Ты разговаривать по-русски-то научись-то, дура. Слышь, дура, ты по-русски научись разговаривать. Слышишь? Кобыла ты бубновая. Давай мне анекдот какой-то расскажи, потому что ты уже неинтересный. Ты что, как кобыла бубновая в себя поверила, а? А? Чё ты там чешуёй блестишь, а? Не хрюкай, свинья. Этот разговор вы будете полиции передавать. Конечно, а что мне? Этот разговор вы будете полиции Конечно, передавать. Конечно, ты же понимаешь, так ты же... Они же как на дурачка посмотрят.
ты же дебил, понимаешь? Тебя надо унижать, тебя надо, потому что ты просто дебил. Да. Тебя надо унижать, оскорблять тебя надо, понимаешь? Ну. Ты же просто ущербный, понимаешь? Просто ущербный человек. Мне же вообще плевать. Ущербный, просто ущербный попрошайка, понимаешь, попрошайка. Дайте, дайте мне. Ах ты, попрошайка ты ущербная, а. 40-летний клоун. Ну, попрошайка. Ну, попрошайка. Ущербный. Ну, потому что ты пидорас. Да я с тобой уже пидором общался как-то раз. Ты же даже дебил. Веселиться ты будешь, знаешь, на чем? На конце. Знаешь, что самое главное? Мне смешно, что ты петух. А ты сидишь, вот это самое главное. То, сидишь, самое главное, то, что ты петух. Понимаешь, ты просто петух опущенный. Да, да. Кобыла бубновая, да? Пузель дискотечный. Ну что ты, черт ты мыльный, а? А ну подожди. Подожди, хуй там тебя, подожди, блядь. Черти. Да иди ты нахуй, чертила, блядь. Соси хуй, блядь. Все, съебался, блядь. Петух, нахуй. Иди ты нахуй, пидор, блядь. С первосъемник свой завали, блядь. Петушара, блядь. Съебала, нахуй. А что ты, матюки? Иди ты нахуй. О, еще один пидорас. Подруга появилась. Ну давай, пидор, блядь, нахуй. Игорёша, она тебя отсосала там, петух ты ёбаный. А почему ты говоришь, что... Потому что ты пидор. Нет, ну это дело не такое. Вздыхай, петух, не вздыхай. Ты мне объясни, почему ты... Ты пидорас, глупости, пидорас. Не, не надо там обижаться, пидор ты гнойный. Тебе нравится, да, когда тебя пускают петуха? Зачем? А, ты мазохист, да, пидор просто опущенный. Ну, ты пришел, чтобы тебя поунижали, да, петух? Опускал тебя твой батя в детстве. Слышь, пидор ты, блядь, папку потерял, да? У тебя два папки пидораса, да? И ты их потерял? Ничего, найдешь скоро, петушочек ты, блядь. Ай, ты как ему нравится, когда его хуями кроет, блядь. Вот, блядь, сука, мазохисты ебаные, а? Ну, что ты, пидор, замолчал? Голос. Игорек, давай, лай. Мать, вот ты, блядь, два пидора. А, и ты и мамку потерял, блядь, петух ты, блядь. Ах ты, блядь. Ёбаный ты, блядь, ущербная хуйня. И папку потерял, и мамку потерял. Да ну нет, ты. Да чего? Не трои ты, пидор ты, блядь. Не трои, блядь. Кобыла ты бубновая. Чё ты затроила, блядь? А? Хуесос, блядь. О, пидорас, блядь, нахуй. Давайте, два пидора, блядь. Ну-ка, давайте там, блядь. На бис что-нибудь пизданите. Чего вы с первого приемники позакрывали свои? Ну, открывай с первого приемник свой. Не слышу, блядь. Тебе сказали, блядь, открыл с первого приемника и проглотила, блядь, скотина ты ебаная. Все, съебали? Петушка два, блядь. Сука, блядь. Нравится им, когда их унижают, блядь. Какие-то мазохисты ебаные, блядь. Петухи, чё молчим? Ну, пидоры, не молчите, давайте. Вот запись вот с этими вот мошенниками с окраины, псевдо-страной Украина, которые, я так понимаю, выехали как беженцы со своей окраины. В Европу, в Литву, да, открыли там фирму и решили обманывать европейцев, которые говорят на русском языке. Откуда известно, что убогие находятся в Литве, что там действительно существует фирма? Это удалось выяснить благодаря нашему также автору Сергею Литовцу, который... с которым я связался, дал ему адреса фирмы, и он смог, так как он литовец, узнать, что такая фирма действительно существует. Но самое печальное, что вот эти вот твари, убогие и родливые, которых вот выехали со своей сраной
вонючей, так сказать, псевдо-страной Украины решили обманывать тех, кто им дал защиту. То есть, кто их подобрал, да, напоил, обогрел, накормил. Вот это вот истинное лицо вот этих убогих тварей, которых царь ссылал на окраину России. А сейчас твари рвутся в Европу, да, то есть, чтобы быть на окраине Европы. А все равно на окраине будут. И все равно это твари, которые, в принципе, заслужили то, что они заслужили на самом деле –